Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Павла Конькова. Исполнять обязанности главы региона будет Станислав Воскресенский. До настоящего времени он занимал пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации. 41 год, коренной москвич, на госслужбе с 2004 года. Аналитики, комментируя для федеральных СМИ кадровое решение президента, предполагают, что Станислава Воскресенского уже давно готовили в губернаторы и присматривали ему регион. Павел Коньков стал 10-м в череде осенних губернаторских отставок. Область досталась ему после Михаила Миня. Не без проблем и, как выяснится позже, с неоднозначной правительственной командой. Такого количества уголовных дел, как при Конькове, заведенных на чиновников, Ивановская область, пожалуй, не помнит. В наследство от Павла Конькова и Михаила Миня Станиславу Воскресенскому переходит комбинат полиэфирного волокна, который так и не начали строить. Однако Павлу Конькову все-таки стоит отдать должное. За 4 года правления было сделано многое для решения наболевших проблем. И пусть и с осторожностью, но можно говорить, что определенные шаги для стабилизации ситуации были пройдены. Теперь уже экс-губернатор выступил с видеообращением к жителям региона. Сегодня работает инвестор на автокранах. Мы построили детские сады. Сегодня продолжается строительство жилья для дольщиков. Мы реализовали немало инфраструктурных проектов по благоустройству родного края. Много сделано по газификации региона. Мы серьезным образом продвинулись в реализации стратегии развития нашей основной текстильной отрасли.